Итак, вопрос. Как распечатать картинку, если у нас никакого дополнительного программного обеспечения не установлено? Ну вот я знаю два варианта. Первый – простой правой кнопкой мыши щелкнуть по картинке и вот слово «печать» выбрать. Вот картинка открывается здесь, и нужно выбрать параметры свойства принтера. Обычно вот тут по умолчанию один на один установлен, но вот если выбрать 2 на 2, то распечатается картинка на 4 страницах. Нажать ОК и печать. Ну вот здесь не видно, но на принтер выйдет так, как надо. И второй вариант — это через Paint. Вот откроем попугая и выберем печать. Параметры страницы. И вот нужно выбрать, например, 2 на 2 страницы. Вот уместить вот этот пункт. Окей, нажмем. И теперь печать, предварительный просмотр. А вот следующая страница. То есть видно, что у нас попугай будет размещен на 4 листах. Закрыть окно. И вот теперь печать. Вот таким образом можно увеличить картинку, распечатать ее на нескольких страницах. Надеюсь, информация была полезна. На этом спасибо.